ребята. Ну как? Давай, давай. Тащи нас дальше. Ну, к моим ботинкам. Вот сейчас немножко взлетели над долиной реки Челепси. Погодка классная, нам шепчет. Ты идешь, что-то, блин, песни поешь. Мы сделали это. Это был уровень 4.2. Да похрен уже. Я хочу отцепиться, чтобы тебя... Давайте до конца дойдем, потому что иначе не пойдем. Ту-ту-ту. Мужики, попиваем. Ту-ту-ту. Ту-ту-ту. Ну как? Выбрали? Огонь. Павло, давай пятюню. И дождь начался. Красота. Ну сильно одеваться не стоит, он тепло. Не нам. Пойду снимать других победителей. Да не, ладно, пофиг. Командир. Красавец. Взяли высоту. Давай пять. Макс ползет. Ребят, чтобы вы понимали, это вот такой наклон. Направо. Макс, красава. Вышли в цирк. Туда, куда нам надо, на перевал. О, закрывает туманчиком наш перевальчик. Идем пару чайку. Это работа такая, и всем телом все включается, классно. Накрывает наш цирк туманом перед взлетом на перевал. Мы сегодня с центрального озера Бамбак под Малым Бамбаком горой. Вот. Траверсом прошли гору Большой Бамбак, вот которую сейчас накрывает. Ага. Мы ее траверсом пошли по следам животных. И вот сюда потом упали на Челепси речку. Упали. Вот. Взлетели в этот цирк Джуги, нырнули по ручью сюда. И интересненько забрались. Да, такой легкий трекинг. Интересно. Да, сейчас я вам покажу, ребят, что это был за легкий трекинг. Это вон там вот речка. И вот здесь вот мне даже страшно подходить. Вот тут вот мы вот по реке собирались, и вот здесь вот по камням. Ну, даже где-то я без палок, просто лес на руках. Интересненько, в общем. Пошел дождь с градом, но мы лезем вперед. Слава, ну как? Эпическое восхождение. Озеро Джуга. Мы вышли после ливня с градом.
А вон наше красивейшее озеро. Сейчас искупаемся. Пришли к озеру Джуга. Озеро Джуга, не дуновение ветра, зеркальная гладь, отражение горы, красота. Доброе утро. Тигробык приблизился на критическое расстояние. А как у него тигробык вылазит? Ничего никому не давал. А то, что давал, больше и нет. Утро 5-го дня похода. Собираемся на озере Джуга, чтобы уйти по гребню горы Джуга на Аспидный перевал и дальше в сторону Красной Поляны. Скупались в озере, в самом глубоком озере, в заповеднике. Красивое. Вышли от озера Джуга на ребро горы Джуга. Идем на гребень горы Джуга. Созерцая великолепный вид во все стороны. Бомбаки. А через бок. Ну там тропа, мы провернули большой бомбак в гору, потом вот здесь вот спустились вниз на черепцы по этому отрогу. Потом черепцы поднялись вот к тому леску, вот, вышли к ручью и вдоль ручья поднялись к нашему перевалу, который за этим бугорком, и там упали уже на озеро. Слушай, а мы вот здесь вот, получается, приподнимались? Нет, да? Мы приподнимались там, вот с той стороны. С другой стороны. Можно пройти, конечно, но только козы. Ну, осторожно. Нам тяжело, да. Идем по горе Джуга. На горе Джуга. Называется фирменная командирская. Траверс горы Джуга с великолепным видом. Идем траверсом горы Джуга по козьим тропам. Получаю невероятное наслаждение. Спускаемся к
Каспидному перевалу. И потом пойдем к домику Исаева. Вершина горы Джуга. Благодарю тебя, гора. Двое погибли. 70-х, да? Да. До встречи, гора Джуга. Черника. А вот можно посмотреть тут вниз, присматривайтесь. До встречи, перевал Аспидный. Короче, лутанул я немножко. По этой тропе увела. Хотя вон она просматривается, смотри отсюда. Вон она идет по сыпухе. Вон она, целая дорога, бля. А потом здесь, а где здесь? Вот сюда он выходит, ага. Идем по тропе к домику Исаева. Магистралки, которая идет в Гузырипаль. Вон он домик. Выходим. Мы на домике Исаева. Зажгли костер, обедаем. Жгем мусор, накопившийся на альпийских просторах. Здравствуй, грустная. Заходим в мир Аспидного хребта. Траверсуем его по магистральной тропе лошадиной и здесь животных. Набираем воды. Мы во второй раз сегодня потеряли домик. Идем, оказывается, не туда. Сейчас мы уже научены горьким опытом. Не бежим за гидами. Потому что пришлось уже возвращаться. Стоим здесь. Всем добрый день! Меня зовут Яков Вячеслав, и я хочу вам рассказать 10 шагов по тому, как выстроить правильного гида. При выборе гида первое, на что вы должны обратить внимание, есть ли у него с собой навигатор или нет. Если у него есть с собой навигатор, это не профессиональный гид. Профессиональный гид не верит в электронику. Номер 2. Обратите внимание на гида, если у него есть с собой чашка, вилка, ложка и кастрюля. Если у него есть ложка, вилка, чашка и кастрюля, это не профессиональный гид, потому что гид ест из одной хуйни каждый раз. Это может быть одна чашка и все. Еще. Третье. Обратите внимание, если у гида есть с собой термобелье, либо, как они прямо называются, дождевики, самосбросы. Не профессиональный гид. Профессиональный гид носит только пончик, и он носит его всегда. Четвертое. Профессиональный гид помнит, верит в намерение. Он верит в то, что если он приходит в горы с запросом, горы обязательно ему дадут. Поэтому это 5 шагов по выбору гида от Яхонта Вячеслава. Спасибо большое. И еще можно проверить, если ты будешь Гортекс, и он... Это значит... И бонусный вопрос. Если вы говорите слово Гортекс при гиде, и он кончил, это важно. Это важно. Попал в точку. Теперь самое главное, чтобы наши два гида не смотались вместе в домик. Мы тут без навигатора. Парни, у меня есть мэтчи. Нормально. Все. Направо, да? Нет. Прямо вот так. Там тропу увидишь. Вон туда. Там увидишь. Протоптанная. Заходи. Домик на Грустной остался позади. Мы поднимаемся по лугам, по сторонам, идем в сторону озера Ораштын. На седловине между Аспидным хребтом, горой Грустной,
пасутся стадо зубров. Попробуем подойти ближе к траверсам. Созерцая великолепные виды истоков реки Грустной. Пасутся в прекрасном месте. Зубры. Стадо здоровое. Там много. Буду жрать и думать, что это такое было. Что-то они не в ту сторону пошли. А что, может, мы двинемся уже? Ешь. Идем. Подходим все ближе к озеру. Озеро Ауэрштейн и убегающий медведь. Прекрасная жемчужина горы Ауэрштейн. Два! До встречи, Ауэрштейн. До встречи, озеро Ауэрштейн. Красота. До встречи, Аспидная. Ауэрштейн с видом на Аспидную. Молимся снегу. Такую жару. Это какой-то прекрасный холодильник. Идем наверх. Траверсом прошли две балки, точнее два цирка, и вышли на великолепный панорамный вид. Зитаксу, Сиашха, ледник холодный, Алаусы, мраморная. Красота. Ауэрштейн. Замерзшая волна. Зитаку. Псиашка. Сбрасываем вниз потихонечку. Спускаемся в долину реки Синей. Спускаемся по лесу прекрасных сосен. Идем туда. С балаганом на Синий. После предпоследний день нашего похода собираемся потихонечку. Скоро убегаемся в путь. Брод реки Синяя. Спускаемся на домик на Синий. Пришли к усадьбе на реке Синяя. Вип-домик. Да, может быть, кто-то недалеко здесь гуляет. Брод реки Ауэрштейн. Лавинный вынос реки Ауэрштейн. Идем к лагерю холодному. Все, мы на подъемниках на этих. Как походик. Охота, ребята, шикарный, шикарный подход. Тяжело было. На грани, на грани. На грани шикарность. Организация отлично, рекомендуем. Интересненько. Интересненько, да. Туда-сюда взбежали. Упали. Залетели. Запрыгнули, запаяли. Траверсом махнули. Что, скакали, реганули. Все отлично.
Так, все, запись пошла. Володь, расскажи про наш маршрут. Про наш маршрут. Там стартовали мы с поселка Псибай, Краснодарский край, Мостовской район. Вот, на ГАЗ-66 вывезли нас на хребет Малый Бамбак. Вот, на хребет Малый Бамбак мы пошли по хребту Малый Бамбак, потом по хребту Агиге, обогнули гору Агиге, потом зашли на гору Восточная Чижбок. Это где вот этот обрыв такой был, да? Да, обрыв с видом на большой тхач. Вот, ну, потом спустились в домик под названием Домик Дзюя. А вот, это граница Кавказского биосферного заповедника. После этого у нас следующий день мы провели на подъеме на среднее озеро Бамбак. Вот, обогнули хребет Дзюя и вышли на среднее озеро Бамбак, где стали лагерем. Вот, третий день у нас была радиальная прогулка по Нагорью Бамбак. Вот, на четвертый день мы траверснули гору Большой Бамбак, спустились в ущелье реки Чилипси. Вот, и по Бестропью вылезли вот по Балке и циркам горы Джуга, вот, к озеру Джуга. Вот. На пятый день у нас с озера Джуга мы зашли на вершину практически хребта Джуга. Вот, полностью его прошли, кое-где траверсом, спустились на Аспидный вот, перевал. Потом они траверснули до домика Исаева и после решили выйти на домик, лагерь Грустная у реки Грустная. Вот. Там мы переночевали в этом домике, которого даже на картах нет. Вот. И потом следующий день у нас был мощный переход к озеру Уруштен. Это вот. Которое двойное вот это озеро? Двойное, да? Красивое озеро, да, в красивейшем цирке с вершиной Уруштен. Вот. И потом мы перешли уже на Балаган через хребет Уруштен на Балаган на реке Синяя. Вот. Ну а после этого мы пошли к Балага, уже к домику на реке Синяя. Вот. И дальше вдоль реки Уруштен вышли к месту нашей последней ночевки у Дзитакских озер. Семиозерье Дзитак. Ну и сегодня оттуда пришли к вот началу вот этих вот, подъемников вот через Дзерцинский карниз. Да, лошадиным темпом быстренько. Ребята бежали просто. Такой у нас Транскавказ по сердцу заповедных мест. Вот, который редко кто даже туда доходит. Вот, мы прошли все это движение. Это поход по-взрослому. Это поход в стиле Бурелом дал. Спасибо. Да.